В Красноярске помощник забил до смерти ножом пенсионерку. 67-летняя женщина пропала еще 3 марта 2023 года. В тот день она посетила салон красоты, освободилась примерно в половине второго, села в свой Мерседес бордового цвета и уехала. Но домой не вернулась, и ее никто не видел. Последние годы Нина Алексеевна жила одна. Она похоронила мужа и сына. Однажды ехала по делам. Тогда-то и подвернулся 44-летний Виктор, случайный попутчик. Она попросила посмотреть, что с автомобилем. Он не отказал, так и познакомились. С тех пор они поддерживали связь. Новый знакомый помогал ей по хозяйству и с ремонтом машины. Когда Нина Алексеевна пропала, тревогу забили не сразу. А когда стало понятно, с женщиной что-то случилось, возбудили уголовное дело по признакам статьи убийства. 15 марта Виктор был задержан по подозрению в убийстве. И через несколько часов мужчина признался в убийстве. Красноярец рассказал, что 3 марта встретился с женщиной, чтобы передать деньги за аренду парковочного места. В автомобиле между пенсионеркой и мужчиной произошел конфликт. Подозреваемый убил Нину Алексеевну, а затем избавился от тела. Автомобиль женщины найден в одном из дворов Красноярска, а тело пока так и не нашли. Место, где оно находится, подозреваемый не указывает. Нина Алексеевна была хозяйкой одного из первых в Красноярске брачных агентств.